Маруся Клубничкина, российский деловой реестр, журнал «Хит сезона» и рубрика «Секрет успеха». Сегодня у нас в гостях Татьяна Пономарева, «Миссис Россия» 2012 года. Фредерик Бекбедер назвал три слагаемых успеха на «Н» — напор, наглость и независимость. Назовите свои три слагающих успеха, например, на «Т». Талант, терпение, труд. Для Сальвадора Дали всегда термометром успеха служила зависть других художников. А что для вас термометр успеха? Позитив. Наверное, просто я очень люблю много хороших людей, приятных, красивых, которые меня окружают. Сказал Логан Смит, никто не сможет сказать, что я не добился успеха. Я в течение 60,5 лет смог добыть для себя достаточно пищи и не быть съеденным. Неужели, если я добьюсь успеха, меня съедят? Чтобы не съели, нужно вести себя так, не допускать этой возможности просто. Держать себя всегда под контролем, наверное, и очень много улыбаться людям. Пабло Куэльо писал о том, что когда ты добиваешься успеха, появляются мысли о том, что нужно все это было. А стоит ли добиваться успеха? Стоит что-то делать. Когда делаешь, ты живешь. И это уже добавляет какой-то стимул в жизни. И интерес. Я всегда очень хотела, чтобы моя жизнь была интересной, не скучной. И она такая. Марсель Ашар говорил о том, что о секретах успеха лучше всего говорят неудачники. Если вы с ним согласны, то как вы думаете, что он имел в виду? Я предпочитаю не говорить о своих успехах. Я просто живу, просто общаюсь с людьми. И на самом деле никак не похвастаюсь, не хвастаюсь этим. И все хорошо. Эти наставления девушкам, которые хотят достичь успеха и, в частности, стать миссис России или мисс Москва? Девушки, будьте добрыми, позитивными, общительными, любите детей своих, потому что вы миссис, мамы добрые, хорошие, помогайте близким, родным и нашим благотворительным организациям.